Привет, ребят. Короче, пошел я на ходовую охоту. На рябчика, на глухаря. Посмотреть следы зайца. Снежок маленько подвыпал у нас. Все беленько уже становится, так красиво. Взял с собой сегодня МР-27 или МП-27, кому как угодно. Манок. Патрёны семерка. 7,5 спортинг. Ну, сейчас будем манить, ходить, походим, я думаю, часика 4, может 5, посмотрим, есть кто или нет. Пока зашел, по темноте маленько прошел, просвистел, никого не было, абсолютно тишина. Ну, будем пробовать. Пойдем пробовать манить. Буду проходить метров 50. Ну и посвистывать. По-моему, кто-то отозвался. Легкий ветерок, маленько моросит. Хотел сказать, моросит дождь. Нет, слегка падает снег. Все. Пойдем. Пойдем искать рябчика. Не радует такая прогулка. Дойдешь и абсолютно никого не встречаешь. Просто с рябчиками какая-то беда, откровенно. Да, конечно. Обидно, когда ты проходишь 10, а то и 20 километров, и никого нет. Когда выгребаешь на утку, стоишь весь день, ее не добываешь. Это, конечно, обидно. Это может дух и желание охотиться, конечно, отбить. Но когда ты достигаешь то, чего ты хотел, и ты устал так, что тебе надо отдыхать, то это, конечно, приятно. Ну и вообще походить по лесу, подышать свежим воздухом, попить чаю, посидеть на пеньке. Прекрасно. Время, короче, 9:30. Прошел почти 7000 шагов. А видел белку, дятла. И, собственно, все. Рябчики вообще молчат, вообще не отзываются. Маню. Камера, наверное, будет манок опять искажать, поэтому придется слышать не идеально вам. Все, сейчас, я думаю, сяду, попью чая, перекушу и пойду дальше. Так,
достаем термос. Опа. Взял с собой небольшой термосок. Такие колбаски егерские. И совсем маленький термос. Непонятно, почему здесь нету рябчика. Горячий чаек. О, красота. Ставить вот так. Легкий перекус. Ладно, берем шмотки и валим дальше. Такая интересная канавка мне всегда была. Здесь, видимо, что-то добывали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то ставил петли. И белка попала. Ну, идти колотить. Причем кто-то ставил на рябчика петли. Ну и варвары, ну зачем вот так-то? Вот так вот белка погибла. Красивый бельчонок. Уже выленивший. Попала и задавилась. Ну, кто-то браконьерит здесь. О, всегда, конечно, неприятно вот это. Не люблю это, не охота, а убийство. Попала белка и задавилась. А тут попал рябчик. А тут рябчик. Ну, кто-то промышляет. Ставит петли.
О. То, что нам надо. А вон он. Вон он ходит. Вон он ходит. Рябчик добыт. Рябчик добыт. Такого с приличного расстояния. Я его взял. Опа. Вот такой хороший ребец. Ребята, ну наконец. Ага, это самка. Ну такая прям пышная. Пышная самочка. Ну вот. Вот и охота. Все, ребят, я упаковался. Рябчик в сумке, ружье запаковано. Жена приехала, попер. Попер домой. Сейчас бабушку обрадую. Рябчика ей отдам. Переоденусь и поедем в город. Походил, получается, где-то 4 часика. Отдохнул, подышал. Вообще красота. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр.